рыбалка. С вами Вячеслав и мой сын Дилустан. Вот Дилустан только что поймал одного окуня. Вот он, хороший горбач. Есть. Маленького отпускаем сразу. Обязательно сразу отпускаем маленького. Осторожно. Снимай крючок, чтобы губы не ломать. Поцелуй. Все. Река Вилюй, протоки, на протоке находимся, время без 15:03. Я буду ловить на блесну, на мою любимую. Тут сидят соседи, не знаю кто, но мужик один сидит. Лука закормили бормышем. Сегодня 24 февраля 2019 год. Погода ясная. Минус 25 градусов было утром. Сейчас, наверное, где-то 18. Ветра нету. Солнышко.
Обращай, обращай. Вот он. О, молодец. Хороший горбач. Караед отпустил, да? А? Караед есть, да? Караед есть. А, хорошо. Там на рту находится. А, ну ладно. Ведёте, ага. Я положу туда. Сюда положи. А? Сюда положи. Сюда. Вот так, да. И сюда, да, сюда. Что-то на блесну не идет. Не хочет на блесну. Сейчас попробуем на этого. На балансир. Вот он. Пробуем. У нас тут много приманок всяких разных.